Глава Армавира Андрей Харченко регулярно проводит выездные совещания на промышленных предприятиях города и вместе с руководителями обсуждает пути их дальнейшего развития. В этот раз градоначальник побывал на северной промзоне, где находятся компании «Альфа-Хим-Групп» и «Армавирский элеватор Мельмаш». История ООО «Армавирский элеватор Мельмаш» началась более 15 лет назад. Это единственное предприятие в России, выпускающее все виды транспортирующего оборудования для сыпучих и штучных грузов. Это комплексы разгрузки железнодорожных вагонов, автомобили-разгрузчики, ленточные, ковшовые, цепные, винтовые, трубные конвейеры и ряд другой продукции. Руководитель предприятия отметил, что сейчас для наращивания производства необходимы новые площади, а также льготное кредитование. Программу федеральную заявлено, да? Мы еще не заявлены, мы сейчас готовим пакет документов, готовим список необходимого оборудования. Вот. Ну, сейчас основная задача это поставить непосредственно производственный блок. Вам этих площадей недостаточно? Недостаточно крайне. Здесь сейчас устроено порядка 50 рабочих мест. Вот, в планах увеличить еще на 40 рабочих мест. Но для этого нужно помещение и участие в программе по кредитованию на оборудование. За несколько лет предприятие стало лидером отрасли по производству конвейерных систем для сельского хозяйства и промышленности. Здесь выпускается более 1000 единиц оборудования в год. ООО «Альфа-Хим-Групп» является производителем высококачественной автомобильной химии, осуществляет выпуск антифризов, тосолов, омывающих и других жидкостей, необходимых при обслуживании автомобилей, а с недавнего времени – дезинфицирующих и моющих средств. В ходе визита на предприятие градоначальник уделил особое внимание производству антисептиков. Эта продукция начала выпускаться только с марта текущего года, но производственная мощность уже составляет 4000 штук в сутки. Первое, чем пользовались армавирцы, в Армавире пользовались вашей продукцией. Мы понимали, что вы оперативно себя перестроили, именно поддержали вот население, и дали возможность, когда не было на первом этапе вообще без средств. Вот за это хочу отдельно сказать вам, всему коллективу, за то, что сегодня Армавиры, будем говорить, первый край, один из первых краев вот начал этим заниматься. Руководство «Альфа-Хим-Групп» активно участвует в краевых и федеральных программах по развитию промышленности. Так, в этом году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения». Получило заем от Фонда развития промышленности Краснодарского края в сумме 11,2 миллиона рублей под 1% на обеспечение пополнения оборотных средств на закупку сырья и было удостоено знака качества «Сделано на Кубани». Глава Армавира Андрей Харченко отметил существенное развитие промышленной отрасли в городе и пообещал оказать руководителям всестороннюю поддержку и помощь, если они будут необходимы. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».